Первые уроки газовой безопасности в школах проводят представители предприятия «Газпром газораспределение Самара». Далее за дело возьмутся профессиональные педагоги. Предполагается, что это будет увлекательный курс на уроках ОБЖ. Задача, чтобы топливо, от которого зависит тепло и комфорт, было безопасным. Для этого газовики и пошли в систему образования. Преподавать будут с 4 по 7 классы, чтобы каждый школьник в Самарской области знал, как правильно обращаться с газом и что делать, если в квартире появился запах. Соглашение о сотрудничестве подписывают генеральный директор предприятия «Газпром» газораспределения Самара Виталий Коротких и временно исполняющий обязанности министра образования и науки Владимир Пылев. По мнению специалистов, уроки газовой безопасности органично впишутся в школьную программу и позволят избежать чрезвычайных происшествий. Безопасное вообще взаимодействие с газом в быту – это и знание физики процессов, знание, когда газ полезен, когда он опасен, как вести себя, если вы почувствовали запах газа, как вести себя, если произошли какие-то инциденты, как спасти свою жизнь, как спасти жизнь своих близких или, так скажем, тех, кто рядом оказался. Это будет в год до 4 уроков, потому что этого вполне достаточно. Они будут отличаться только содержательно, они будут отличаться где-то, это будет в первую очередь в форме игры, если это будет касаться начальных классов, в игровых каких-то формах. Сегодня же прошел первый семинар для учителей, на котором они получили методические пособия. А в школьную программу уроки газовой безопасности будут включены уже с начала нового учебного года. Олег Зверев, Максим Гусев, «События».